Скучно. Не говори. Никаких новостей. Слушай, а может, нас опять кого-то переименовали, а? Вот ты знаешь, хочется чем-то заняться. Вот руки прям чешутся, работы хочется. Да. О, мусорье. Здрасте. Мужик, ты что, страх потерял? Или смелость нашел? Да мы тебя. Чё? Чё вы меня? А? Чё зенки вылупили? Нажрали свои бузяки. Ничего, ничего. Скоро лапу сосать будем, да? Да мы тебя сейчас. Ну, ну, чё, чё? На 15 суток. Напугал ежа голой задницей. Да вас раньше разгонят. Не пройдете аттестацию, и что? За собаками убирать, да? Так, мужик, ты лучше не зли меня. А то чё? Чё, а? Чё? А то мое терпение не резиновое. Чё? В отличие от этого. Фу. А ты сразу не понял, что ты мазохист? Да не. У меня таких не было раньше, я только слышал. А ты когда понял? Когда дубинку об него сломал. Тогда и сразу понял. Мазохист. Да, матерый попался. Еле успокоили. Я вообще-то еще здесь. О, мужики, ну молодцы. Вот это профессионалы. Не то, что новая полиция. Я сегодня... Будьте любезны, успокойтесь. Максимум штраф выпишут и все. А вы... чувствуется старая школа. Вот я бы вас как раритет оставил. Без аттестации.